Так, ребят, давайте, наверное, знаете, как сделаем. Я все это дело сейчас распакую, выложу, и будем смотреть, что... Ну, здесь много всего интересного должно быть. Вот прям вот распаковал и посмотрим. Когда уже ко мне придет мой маленький ножичек. Вот потерял я нож, а второй слишком большой, приходится вот этим вот такого огрызочком пользоваться. Так, ну давайте разбираться. В предыдущих обзорах у меня были уже вот такие вот держатели на вентиляционную решетку. Они мне очень понравились. Их не отличительная особенность в чем? А есть просто держатель, который вы вставили и все. А есть держатель, его можно левее, правее немножко двигать. То есть тут вот крепление, внутри шарик. Значит, есть у него три варианта упаковки. То есть вот такая с прозрачным дисплеем. У меня приходило уже. Вторая были маленькие серые коробочки. И вот третий вариант. Он прислал дизайн для друзей. Вот. Третий вариант он прислал вот в такой упаковке. Держалки, ну, на самом деле, очень достойные. Мне очень даже нравятся. Давайте, наверное... А вторым товаром у нас будет вот такой вот зарядник через прикуриватель. Причем здесь, видите, здесь два гнезда. Ну уж не знаю, по-моему, наверное, все-таки они одинаковой мощности. В принципе, у меня пришел тестер. И я думаю, этим тестером, видите, к заряднику сразу идет роковский кабель еще дополнительно. То есть, вот я брал с кабелем. Я думаю, сейчас я пока это просто распакую, а через какое-то время я возьму тестер, дойду до там, автомобиля, либо розетки, в зависимости от того, что я буду тестить, и сделаю прям вот, насколько хорошо они выдают электричество. Сколько ампер и прочего. Значит, вот такие вот маленькие, совсем маленькие зарядки. 100-сантиметровый микро-USB кабель с 2-амперным заряжателем. Ну, насколько это правда, я думаю, скоро узнаем. Такая маленькая. Два в одном зарядка. Что же здесь? Два в одном, интересно. Так, как мы тебя будем открывать, чтобы потом можно было... Рок это вообще, ну, достаточно серьезная марка. Насколько она хорошая, вот мы и узнаем, когда тестером все это дело потестим. Ну, пока предварительно... Не знаю, вот эта норма, то, что они как-то так вот по-другому смотрят друг на друга или нет. Вы слышали какой-то щелчок? Я его, наверное, сломал, не сломал, не знаю. Так, ну, предварительно, достаточно тяжелая штукенция выдает. Вопрос, сколько она выдает, да, будет на него ответ, ну, когда... Все это дело потестим. Пока уберем, пока только вот визуально показываю, как все это дело выглядит. Не более того. Нужны замеры. Ну, а так, ну, вполне симпатичная небольшая зарядка. Такая, знаете, ребристенькая. Два и один десятых ампера максималка. Опять же, двойной выход. По качеству, ну, выглядит достойно. Насколько хорошо работает, ну, напоминаю, да, подписываемся на канал, следим за свежими видео, и на днях, может быть, даже чуть пораньше, может быть, и чуть-чуть попозже уже, как
со временем все это дело у меня разгребется, да, то есть, может быть, я наберу какие-нибудь там другие марки, сделаем сравнение, вот, и будет все это дело ясно. Так, ну, выглядит вполне симпатично. Не совсем я понимаю. О! Я долго думал, что это такое, для чего это надо. Выглядит это вот следующим образом. То есть, можно открыть, увидеть, как оно здесь красиво вставлено и как его надо использовать. То есть, в ухе должно выглядеть приблизительно вот как у этого серьезного дядьки. Значит, что у нас это такое? Эй-яй-яй-яй. Вот это вот у нас запасная писюлька, или как ее правильно-то сказать, да, надеваемая на саму блютузку. По качеству, ну, выглядит вполне симпатично, достойно. И фишка здесь заключается в чем? Вот вы ее вставили, и все это дело ставите в прикуриватель. Вы это дело устанавливаете в прикуриватель и можете использовать как USB-выход, как, ну, зарядку, да, чтобы у вас не просто был воткнут и занимал место, а как USB-зарядку, причем на нем заявлено, что он будет выдавать 2,1 ампера. Да, то есть, ну, вполне неплохо выдает. Вот так вот нажимаем, вынулось, нажимаем, вставилось, еще раз нажимаем, вынулось. Видите, замигало как-то. Не знаю я, что это мигание означает. Возможно, то, что он ищет, к чему законнектиться. Может быть, что-то еще. Но выглядит вполне симпатично. Сейчас я попробую в ухо все это дело вставить. Понять, как бы это в ухо еще вставлять, было бы, наверное, совсем хорошо. Ну, Не знаю, в ухе вроде сидит, вроде не вываливается. Ну, давно я не пользовался блютусами, есть там все-таки определенный временный дискомфорт. Ну, это вот нужно для чего? Это нужно для машины, да, за рулем, сами знаете, разговаривать по телефону плохо. С помощью блютузки вы можете эту проблему решить. Задумка достаточно интересная. Качество Bluetooth гарнитуры, я думаю, будет на высоте, потому что это все-таки, ну, Rock. Да, Rock это серьезно. Марка, во всяком случае, серьезная. Так, ну и, наверное, чего? Что нам об этом дальше рассказать? Здесь есть еще у нас инструкция. Инструкция на китайском. Ну, есть некоторые картиночки. На картиночках. Давайте найдем. Есть на английском языке, вполне можно все это дело будет перевести или понять, если вы знаете английский язык. Картинка где-то мне попадалась, но я ее больше найти теперь не могу. Вот она, смотрите, картинка, да? Что есть что, здесь все рассказано, вполне можно перевести, вполне можно прочитать. Итак, посылки распаковал. Я думаю, соберем все это дело в кучу, сделаем тесты. Может быть, у вас какие-то есть мысли, да, что-то вы хотите в этих тестах увидеть, вы напишите в комментариях. Обязательно вступите в мою группу ВКонтакте. Да, если у вас есть какие-то отзывы о каких-то посылках, ну, не поленитесь, сделайте фотографии, напишите отзыв, приложите ссылку. Я все это дело размещу. Ну, пускай люди
будут знать, что есть хорошо, что есть плохо, что покупать, что не покупать, будем друг другу помогать. Ну, собственно говоря, до скорых встреч. Пойду монтировать видео.